Да. Божечки, что же человек делает в аду? Крайне необычно. Еще демониц. О, ты тоже? Дай угадаю, доклад современного греха или по демонологии? Нам стоит объединиться. Так, как там я просил? А, да, вот так вот. Нет, зачем я звук обратно прибавляю? Короче, 3, 2, 1. Все привет, дорогие дамы и господа, с вами я, Бондрюсим, и сегодня же мы с вами поиграем в Helltaker. И да, мы наконец-таки продолжаем. В прошлом разе я... Так, сучка демоница, любитель... А, вот, крутая демоница. Вот мы на этом остановились. В прошлый раз я очень... Вы не представляете, как долго я возился с этим ангелом. Это просто что-то с чем-то. Это просто неописуемо. Просто... Я не знаю, как это сказать, потому что я так себя плохо никогда не чувствовал. Особенно, когда я тупой. Так, продолжим. Так, если я подвину туда... Типа, у меня 7 хода. Я один раз его убью, у меня будет 6. 5, 4, 3, принц... А, я забыл. Я забыл, блин. Так, надо считать. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Я вдохну. 1, 1. 1, 2. Почему 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть мне нужно 11 ходов дополнительных. Где такие вопросы взять? Ну, это просто ловушка. Не знаю. Не, я понимаю. Вот, заранее просто сделать. Так. Ага, 7. И мне не хватает ходов, да. Привет, вопрос привет, значит. Не знаю, вот. Вот демона не надо бить, я хитрый. Ну да, мне просто надо ходить. Ну вот, ход демона не стоит вообще трогать. А, можно так типа сделать, чтобы его сразу какой-то лишний ход оставался. Всё, на нас, теперь живём. Раз. Вот долбоёшь, ты, нахуй. Всё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, пятнадцать. Так, раз. Два, да, пиздос. То, что я не понимаю, я делаю вот так, нахуй. Я не могу, это просто писец. Вас окружила тьма. Выбор главы. Так. Сучка демоница, крутая анги. И генерал ада. Генерал ада. Я понял. Вот. А ну пойди нахуй. Анимация. Вот мы и встретились. Ты достойно прошел все мои испытания. Вручи свою душу мне, и я сделаю тебя моим самым дорогим рабом. Нет, спасибо, ты можешь присоединиться к моему гарему. Чего ты добиваешься? Думаешь, что можешь покорить демона своей воле? Зови меня хозяином и не говори без разрешения, я предлагаю кофе... А, вот, да. Серьезно? Вот так? Ты приходишь сюда и пытаешься подкупить меня блинами? Тебе повезло, у меня слабость к блинчикам. Думаю, ты меня убедил. В конце концов, твой гарем может оказаться замечательным. Эх, такой довольный улыбой. Так, ладно. Совет или не совет? Вот в чем вопрос. Так. Что я прикинул? Раз, два. Раз. Раз. И все, я пососал, да? Ну да, я так и думал. Так. Нет, тут другой выбор. Тут другой выбор. Я, короче, беру ключ. Даю по съёбам, да. Так, надо как-то освободить то место. Да! Блять!
забираем ключ нахуй и сваливаем. Блядь! Надо, короче, надо подвинуть камень. Все, понял. Раз, два, три. Раз, два, три. Нахуй ты пнул, дурачок. Ебучие шахматы, блядь. Короче, пошли смотреть YouTube, блядь. И что по итогу? Так. Ну, дальше. Чё, нету? У меня тоже нет вариантов. Не, да... Да ну, на! Стой, погоди, чё? Погоди, стой. Он, то есть, изначально кинул наверх, это подвинул в бок. Там он подвинул это вот так, вот так. Вот так, его... А, всё! Всё. То есть вот что он сделал. Раз, два, три. Раз, раз. Вроде. Два. Он так сделал. Потом вот так. Потом вот так. И вот сюда. Потом я сделал вот так. Вот так. Вот так. Забрал. Вошел. Нахуй! Ты правда думал, что сможешь пройти? После всего какой кожей ты ощутил жуткий холод спит, сопровождающий вплоть до кости. Вот только не говорите, блять. Чувствую, словно ты умер 1000 смертей. Ты ж... У тебя, Маш, мультики там работают! Чувствую, ты умер 1000 смертей. И вот, пламя утихло. Но каким-то образом ты до сих пор был жив. Я еще только нашла тебя, лазутчик. Так что, пока не умирай. Мы с тобой проведем вместе много времени. Ты и я. Разжечь машину грехов, да начнется страдание. Джаггернаут, верховный обитель. Так, ходов нету. О, боже мой. Боже мой. О, боже мой. На, поехали. Так, еще раз. Да ты чепет, блять! Разжечь машину грехов. Вот это неудобно вот таким маленьким джойстиком управлять. Ага, вот он. Как тебе машина грехов, лазутчик? Дай мне поглотить тебя. Нет, подожди, давайте другому вытащить нас отсюда. А я еще с нетерпением жду свой кофе. Оставьте надежды, его участь обжалованию не подлежит. Джаггернаут, дорогуша, этот человек не может не догадаться, но он принадлежит мне. Можешь, пожалуйста, не навредить мне? Молчать! Скоро начнется настоящее действие. А, ну это я приехал.
Нормально, живем, да. Сука, у меня руки холодные. Джойстик такой мизиписечный, на. Все цепи, давай, все сейчас цепи собирай. Сука ты, ёбаная. А, 1.7.18? 1.18.11? Это когда... Когда успел он, блядь, выйти? Я только вот сюда, так и сюда. Один появляется, а потом сразу три. Это, блядь, как нахуй называется? Называется коммунизм. Она уже останавливалась. Машина, блядь, грехов. Я хорошо в тебя вел в этом году. Я с тебя прекрасно вел в этом году. Блин. Так, вот здесь, потом у нас там, потом здесь, потом здесь, потом здесь. Раз. Тихо, стоять. Эй, а ну-ка. Да ты ёперный матрёшка нафиг. Почему ты залез на эту цепь? Блин, ты не стриптизер! Раз. Поехали. Нормально, давай две цепи все собираем. Мы эту атаку несколько раз пропускали, а ты решил ее собрать. Давай, собери нахуй все. Да? Нахуй идем, да. А, мне просто в очко ебут просто, как будто. Раз, два, три, стоп. Нахуй ты туда полез? Мы ни одной жизни не потеряли, ты решил в эту машину залезть. А, ху! Механизм нахуй ебучий.
О! Все, да. Цепи, сковывающие тебя, сделаны из того, что привело тебя сюда. Твое эго, твоя алчность, твоя похоть. Ты сам себя пытаешь. Довольно, верховный обвинитель. Я приказываю тебе сейчас же остановиться. Нет власти выше наказания. Так, держать, Джекетмен, ты сегодня в ударе. Давай, пожалуйста, продолжай. Материал уже на 5 с плюсом набралось. Я должна быть чертовой королевой ада. Почему никто не слушает меня?